Молодец, хорошо подает. 15-0. Хорошие цифры и у Роджера, и у Томича. Попадание первым мячом. 7-6 у австралийца, 71% у швейцарца. Но реализация Роджера, конечно, поражает. Первую подачу 89%. Ой, не ожидал. Не повезло немного Томичу. Но он тоже очень хорошо мяч чувствует. Прошел бы этот перевод по линии, конечно, тяжело было бы Роджеру сейчас. Да, но в начале этого розыгрыша посмотрите, как Томич думал, что аут. Не дошел до мяча. А, и в линии Роджер попал. Розыгрыш проиграл. Нет, уходит мяч. 15-30. Срывается мяч у Томича. Камон, кричит Роджер. Громко причем так кричит. Понимаешь, он вообще что обычно момент. Это делает? Или... Бывает. Вот у него в прошлом году прям такие были даже выплески эмоций, иногда очень несвойственные. И на Ролан Гаррос он несколько раз даже на болельщиков крикнул. Отыгрывает. Да. Один брейкпоинт Томич. 30-40. 30-40. Я помню эмоционального Роджера, когда он с Маратом играл несколько лет назад. Самые такие 500-е драматичные матчи. Потом было какое-то затишье. И вот последние два сезона. Было затишье, когда Роджер все выигрывал. Все выигрывал, да-да. Молодец, Томич отыгрывает. И уже кричит, камон, австралийский теннисист. Видно, что чувствует напряжение Роджер. Понимает, что желательно этот гейм выигрывать. Тем более было два брейкпоинта. Но сейчас уже счет ровно. Важный такой психологический момент и эмоциональный гейм. Вообще интересный матч. Здорово разводит Томич. Отличный удар. Отыгрывался в этом гейме с 15-40, и теперь уже больше на его подаче. Активнее сейчас играл. Поставил Роджера в неудобное положение. И выполнил виннер. Нет, публике очень хотелось, чтобы мяч попал, но... К сожалению, для них был аут. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, как скинул Роджер Федерер. Мягкий мяч, казалось бы, короткий. Но не так-то сложно, не так-то просто его обработать. Да. И не ожидал Томич, что будет так мягко. Ровно. Ритм будет менять. Федерер, такое ощущение. Ну, посмотрите, как уверенно справа почувствовал этот удар Томич. Уверенно действует, молодец. Счет 4-4, напряженная борьба в концовке второго сета. Но
он играет уверенно. Он поймал в противоход Роджера. Это мало кому удается. Углядел очень внимательно сейчас играл. Нет. Небольшой аут. Ну что ж, слева ошибается Томич. Справа, наоборот, играет очень активно. Забивает. Ставит Роджера в неудобное положение. Ну, Роджер, наверное, будет играть, стараться через лево. В этом розыгрыше давайте посмотрим. Вторая подача. Будет атаковать, к сетке пойдет. Через лево подсел Роджер Федерер Томичу. Ну, чувствует, что если играть через право, то Бернард увереннее сопротивляется и ставит его в неудобное положение. Говорит что-то себе Томич. Проходит первая подача. 200 километров. Отыгрывает еще один брейкпоинт. Становится ровно счет. Интересный гейм какой. Ну, он такой прям ключевой во втором сете, скорее всего, будет. Первую подачу, говорит себе Томич, а первая не проходит. Класс. Здорово, какая игра. Очень красиво. Все в движении, какие удары попадал Бернард Томич. Посмотрите, очень красиво. Очень хорошо двигается. Контратака, да, казалось бы. С таким ростом тяжело так перемещаться из угла в угол. Но догоняет все мячи, тащит и причем направляет очень здорово в атаке, находясь. Отличный гейм проводит Бернард Томич, отыгрывает несколько брейкпоинтов, и счет становится 5-4, он впереди во втором сете. Давайте сейчас переместимся на соседний корт. Здесь на третьем корте Милош Раонич в трех партиях одержал победу над Филиппом Кольшрайбером 7-6, 6-3, 6-4 и вышел уже в 1-8. Раонич ждет победителя матча Томич Федерер. Любит Раонич очень необычный теннисист. Молодец. Прорыв для канадского тенниса в любом случае. Хороший результат для Раонича. Ну и да, в трех партиях такого неуступчивого Кольшрайбера переиграть. Это надо постараться. Продолжаем следить за матчем Томич Федерер. Возвращаемся на корт, возвращаемся к Роджеру, потому что он сейчас будет подавать при счете 4-5. Ну и, кстати, на втором корте продолжается матч Даты Крум-Ивановский. 4-2 с брейком Баяна ведет, но сейчас очень такая суровая борьба в гейме, на ее подаче ровно. Неудобно вкручивает вторую подачу Федерер. Ошибается Томич. 15-0. Ух. Почувствовал, как хорошо Томич движение свое по корту. Посмотрите, как он ускорился. Немножко не попал, но очень сложный был мяч. Да, видимо, поборется в этом сете австралийский теннисист. Завел себя так, задвигался.
смотрите, опять же он был там, куда бил Роджер. Ну, конечно, против такой подачи очень сложно было отыгрывать и выигрывать этот мяч. Ну что ж, 40-0. Как удачно Роджер выходит вперед к сетке. Хороший процент. Проверяет Роджер. Не уверен, что правильно судья определил этот мяч. И действительно. Гейм Федерер. Счет становится 5-5. Очередное теперь уже испытание для Томича. Роджер, конечно, замечательно отподавал в этом гейме. Посмотрим, как будет подачу выполнять представитель Австралии. Что у нас с процентом попадания первым мячом? У Томича 69%. Аут, кричат судьи. Ну, в любом случае, челленджа нету у Томича. Проверить он не сможет. Придется только доверять арбитрам. Нет, действительно, такое ощущение, что чуть-чуть вылетел. Но, опять же, мы из Москвы не так хорошо видим. Как из Мельбурна, да. 0-15. Обидная ошибка. 0-30. Поторопился сейчас немного Томич. Справа мы видим, насколько невынужденных ошибок. 13 у Бернарда, 6 у Роджера. Ну, все-таки Бернард старается атаковать всегда справа. Отлично. Хорошо. Ему это удается в этом розыгрыше. Ну вот правильно, да, не очень уверенно играл сейчас на задней линии, пошел вперед. Почему бы и нет? Ну, подготовил, правда. Посмотрите, конечно, какой форхенд был, конечно, да, же, после таких ударов. Нужно выходить вперед. И все сделал тактически правильно. И технически. Да, к Роджеру просто так к сетке-то не выйдешь. Вот здорово сейчас пустое место. Растащил, отлично. По 30. Вот опять может он отыгрываться со счета 0-30. Рука не дрожит, такой важный очень момент пока что у Томича. Какой розыгрыш выигрывает Федерер. Да, очень красивая игра. Приятно смотреть. Ну, даже Роджер улыбнулся так незаметно, совершенно довольно. Все на каком-то сверхчувстве. Выручила свечка. Да. Очень хорошо кинул ее Роджер. Неудобно было выполнять смэш. Бернард выполнил, но... В итоге мяч проиграл. Браво, Роджер. Практически с полулета он слева сыграл. Уже отворачиваясь от мяча. Брейкпоинт у Роджера. 30-40. Ой. Ой, как мягко принял Роджер. Под право забегает Томич и очередной удар на вылет. Но он так играет при счете 30-40 и по 5 во второй партии. Да, но мягковат, мне кажется, все-таки был прием. Вот 27 активно выигранных мячей у Томича и 28 у Роджера. Эйс. Какой молодец, а как борется. Хорошая, мощная подача и по месту. Все здорово исполняет Томич. 5 эйсов. Класс. Еще один. Вот такое ощущение, что за плечами у Томича какой-то невероятный опыт, там, десятилетия в туре. Какие сложные моменты он так играет. 6-5 во второй партии, Томич впереди.